Друзья, всем привет! Мы опять за грибами выбрались. Находил белые, очень много. Вот, набрал лисичек. Маслят, но маслят не снимал. Подберезовики тоже в основном не снимал. Подберезовика очень много, очень. Но он весь чердиевый. У нас, видимо, первый слой только. И поэтому очень редко встретить хороший гриб. Ну, а как это было? Я думаю, вы обязательно оцените и посмотрите это видео до конца. Смотрите, ребят, выбрался пособирать грибов. Так, разведочка. Немного насобирал маслят, есть белые. И вот очередной красавец, смотрите. Вот он какой. О, крепенький. А? Смотрите. На фоне этого прекрасного леса комаров. Это просто сказка. Вот такой вот красавец. Ладно. Наслаждаемся природой дальше. Вот, ребят, на моем пути повстречалась поляна лисичек. Вот здесь идет, вон туда. Сейчас я их буду резать. Местечко такое, солнышко светит. Лес шумит. Ладно, приступаем. Вот они, красавцы. А? Комары жрут. Опа. Поход за лисичками продолжается. Белых что-то не особо, зато лисички есть. Идем на жареху. Вот. А, комары, зараза. Еще пару полян таких. И мы с вами ведерко-то наберем, но я думаю. Они уже подросли, не такие мелкие. Вот. Тихая охота на грибы. Мореха простыл. Но ничего. На днях собираемся на Волгу съездить, порыбачить, отдохнуть всем семейством. Я думаю, что-нибудь-то поймаем. Попробуем сама на квок, леща порыбачить на фидер. Душу отвести немножко на Волге матушке. Так что, кто еще не подписан, подписываемся, чтобы не пропустить. И скоро у нас открытие охоты на утку. Это что-то. Ай, комары кусают. Вот самый раз. Такие небольшие, но уже подросшиеся. Нет переростков. И это радует. Вот здесь вот. Оп. Оп. Вот они. Красавцы! Нарежем эту полянку. Двинемся дальше. Вот, смотрите. Красота.
О. С утра был дождь, а сейчас дождя нет. Комары едят вообще. Ну вот, ребят, такое количество нарезал с одного места. Вот лосиные какашки. И здесь же были лисички. Ладно, свищем дальше. Будет интереснее, я думаю. Вот, ребят, очередной красавец белый. Смотрите. Забрался я в такую щёбу. Здесь раньше карьер был. Решил вокруг него погулять. Вот он, смотрите, какой. Отлично. Сыроежки здесь на бугре. Вон там вот черная грусть, походу, стоит. Но больше всего меня радует белый. Ладно. В корзиночку его. Точнее, в ведёрко. Ладно. Друзья, подошел посмотреть прудик в лесочке. И смотрите, кто стоит здесь, а? Какой красавец. Вот он. А? Какой, смотрите, рядом маленький. Заслуживает вашей похвалы. Ладно, берем. Смотрите, друзья, поднимаюсь на бугор, и он стоит, а? Очередной белый. О, красавец. На фоне соснового бора. Тут мох, все дела, как в Карелии. Ладно. Берем. Что, срезал белый. И смотрите, ребят, какая здесь красота стоит. Два. А вот третий красавчик. А, спрятался. Вот какие они мощные. О, красотень. Червивый, а этот просто класс. Срежем этот красавчик. О, смотрите какой. Просто замечательный. Берем. Еще один друг сидит, смотрите. Какой. Красноголовик. А? В сосновом бору это вообще бомба. Комары только слепни жрут. А? Ладно, ищем дальше. Смотрите. Притворился. Слился с деревом. Купушонок, походу. Ребят, очередных два красавца белых, смотрите. Вот они. Красота. Ладно, берем. Ребят, нашел еще поляну лисичек. Смотрите. Вот туда идет. Вот здесь. Вот здесь вот спрятались они. Смотрите, они уж какие большие. А? Ладно. Вон там. Вон туда идут дальше.
Сейчас соберу. И уже пойдем к машине. Наверное. Смотрите, ребят. Какой он здоровый. Вообще. Вон там еще два стоят. Дрога. Видите? Вот это вообще. Сделаю фото и выставлю в Инстаграм. Просто бомбически белый. Вот они, два красавца белых. Вообще молодцы. Вот. Один. Вот второй. Ладно, берем. А вон там вот, друзья мои, третий. Смотрите, какой. Опа. Опа, опа, пацанчики. Опачки. Вот так вот. Потихоньку, потихоньку собираем белые. Ладно, ищем дальше. Мы к нему подкрадываемся, подкрадываемся, подкрадываемся. Вот он. Красавчик. А? Вообще. Ребята, смотрите, какой он красавец. А вот там я вам сейчас покажу еще бомбический белый, смотрите. Вот он. Так что не забываем подписаться на канал, написать комментарии, поставить лайк этому видео. Вот. И порекомендовать друзьям. Всем удачи и пока.